Огурцы уже срываем не часто. Вот так они выглядят. Кормила я их дрожжами, но все равно ботва пятнами покрылась. Огурцы, правда, есть не особенно много. Но корми, не корми, они все равно, ботва у них портится. Вон зародыши сколько. Зародыши есть. Он большой лежит. Но ботва совсем умрет. И придется их выдирать. И йод висит, не особенно-то он помогает. Это йод. В пленку мы его замотали, повесили. Как ни корми, а время берет свое. Теплицу мы стали закрывать. Помидорную. Холодно. Собрала крупные и бурые помидоры, листья много порвали, но еще много помидорок висят, но они не очень увеличиваются, они начинают буреть, краснеть, и мы их обрываем. Перец сидел маленький, прималенький. И вот недавно только начал расти. Посмотрим, какой будет сентябрь. Может, что-нибудь и вырастет. Высокие помидоры в этом году и не очень высокие. До стекла не доросли. Вот йод висит. Четыре пузырька на парник. И вот там он еще. Несколько штук было, вершинные гнили. Сейчас вроде бы не попадаются. Она залетела, эта вершинная гниль поразила листья немного, несколько плодов. И куда-то делась. Ждем, еще что появится. Иди. Еще одна здесь лежит, животик нализывает на качелях. У нас не кончается дождик. Чего ты вякаешь? Да,